помолился давай, сейчас. Давай. Я хочу помолиться. Я вот, когда ты сейчас говорил, вот пастор Андреевич еще говорил, я прям, знаете, как пережил кое-что. И вот в одно время, в какое-то нашего эфира, я прям четко услышал, как кричат бесы. Именно кричат и визжат. То есть бесам это не нравится, что сейчас происходит. И я хочу помолиться прямо сейчас. Мы еще будем молиться потом, но именно сейчас, вот короткая молитва. И я хочу сказать, вы знаете, иногда бывают вот, ну, проявления, симптомы. То есть как может человек понять, вот, что у него есть что-то не то. То есть вот есть наличие бесов. Чаще всего во время вот служений, когда что-то Дух Святой совершает, человек в это время, к нему приходит сонливость. То есть ты вот прям, ты понимаешь, что тебе нужно слушать, но ты не можешь. Человек начинает, ну, неестественно зевать. То есть у человека может быть першение в горле. У человека сдавливает горло, сдавливает голову. То есть и даже у человека может раздражение какое-то быть, сильное раздражение проповедующему. И вот я увидел, что бесам это не нравится. Они всячески хотят людей отвернуть, ну, от этого эфира или от этого служения отвернуть. И я прямо сейчас хочу помолиться, чтобы все демоны, бесы, они вышли, потому что мы имеем над ними власть. Иисус нам дал власть над всеми демонами и над всеми бесами. И мы можем прямо сейчас изгнать их. И я прямо сейчас молюсь за вас. И также во время освобождения люди могут кашлять, чихать, даже кричать, могут слезы идти и так далее. Да, но ваша задача выдохнуть это все. Аминь. Потому что бесы – это как воздух, аминь, это дыхание. Они входят чаще это дух, всего. Да. Дух, да. А дух – это руах, это дыхание. Да. То есть это воздух. Да. Он входит, они входят через дыхание и также выходят. И прямо сейчас я молюсь, высвобождаю Божью силу. И я повелеваю всем демонам и бесам прямо сейчас разъединитесь и выйдите вон прямо сейчас. Ух. Через кашель, через огонь, дыхание, да, всеми Господь, любыми огонь способами. Вон именем Иисуса. Огонь. Вон да, прямо Господь, сейчас да, все да, демоны огонь прямо сейчас, которые аминь мучают вас, которые мешают вам аминь жить, которые стоят аминь за тем, чтобы вы не приняли исцеление, чудо и прорыв. Вон прямо сейчас дух обиды, аминь, дух немощи и болезни, дух смерти, аминь, суицида. О, да, выйди Господь прямо сейчас. Дух страха, сомнения, неверия, лжерелигии. Вон прямо сейчас именем Иисуса я приказываю, демоны, убирайтесь прочь, убирайтесь прочь. Прямо сейчас я вас освобождаю именем Иисуса. Будьте освобождены. Будьте освобождены прямо сейчас, высвобождая Божью силу и Божью победу. И прямо сейчас, у кого есть какие-то болезни, положите руки на эти места. Я высвобождаю огонь Духа Святого. И прямо сейчас приказываю, исцелись. Исцелись. Сейчас кто-то получает исцеление, седалищный нерв. Вы исцелены ранами Иисуса Христа. Проверяйте прямо сейчас. Также проблема со спиной. У вас, ну, боли были и даже было трудно нагибаться. Прямо сейчас вы исцелены. Проверяйте прямо сейчас. Аккуратно, я не говорю там быстро, аккуратно. Проверяйте, боли сейчас ушли. Вы исцелены ранами Иисуса Христа. Кто-то сейчас получил исцеление, у вас была мигрень. Вы исцелены прямо сейчас. Полностью во имя Иисуса. Исцеление поджелудочной сейчас. И всякий дух, который стоит за всякой болью, за болезнью, вон именем Иисуса. Сейчас будьте освобождены и будьте исцелены во имя Иисуса. Аминь. Хочешь проповедовать Евангелие? Мы верим, что если каждый человек совершит хотя бы одно доброе дело, мир вокруг преобразится. Участвуй в благотворительных программах ТБН. Стань настоящим проповедником Евангелия прямо сейчас.